Мы еще даже не спрашиваем. Я вообще не понимаю, почему. Вот я был когда-то от Украинского фонда мира, да? Я был в двух школах в Германии, именно в ФРГ. И там выделены у них места для курения школьников. Я вообще был удивлен, честно. Для курения школьников прямо? Места, не то, что потом летом где-то, а место для курения школьников. А молодые, там и девочки, и мальчики. Пожалуйста, там есть куда курки сбрасывать все. Я вот тогда был все удивлен. Это было в 91-м году. Да вы что? Да. Я знаю, кто-то мне рассказывал в Америке, вот для курцов там тоже есть такие места. Я не знаю, что в Америке, я еще раз тебе говорю, что я был когда от Украинского фонда мира, ФРГ, именно, это как раз был год, когда было годовщина воссоединения Германии с ФРГ. Я был в городе Кайзерслаутерн. Ну хорошо, давайте вернемся в Николаев, вот город Корабелов, город невест, город наркоманов. А Нарколаев. Знаете, что сегодня Николаев называют? Нарколаев. Я знаю. Что делать? Я знаю. Что делать? Успеем мы что-то сделать? Есть два варианта. Алло.